Расходование более 1,5 миллиардов бюджетных рублей были проверены Счетной палатой Ненецкого округа в 2016 году. По результатам контрольно-ревизионной деятельности финансовых нарушений и недостатков было выявлено на сумму 98 миллионов или 6,3% от проверенной суммы. Контроль за исполнением бюджета является одной из приоритетных задач Счетной палаты субъекта. Как подчеркнула председатель палаты Елена Сопочкина в ходе доклада на сессии регионального парламента, расходование средств должно быть эффективным и целевым. В 2016 году окружной бюджет потерял 98 миллионов рублей. Траты на эту сумму были признаны Счетной палатой неэффективными или нецелевыми. Для примера, 2,5 миллиона в разрезе нецелевых расходов составили неправомерные выплаты. По словам Елены Сопочкиной, финансовые нарушения и недостатки должны быть устранены. Всего в 2016 году Счетной палатой было проведено 219 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверена финансово-хозяйственная деятельность и исполнение госпрограмм в 14 учреждениях округа, в том числе учреждениях профессионального и дополнительного образования, а также молодежного центра, аппарата по обеспечению деятельности уполномоченных и общественной палаты, департамента региональной политики, Сверхжилкомсервиса, Дворца культуры «Арктика», Центра занятости населения, автотранспортного предприятия, издательского дома «НАО». Нарушения были установлены в 12 учреждениях. По результатам контрольных мероприятий восстановлению в окружном бюджете и на счета учреждений подлежит бюджетное ассигнование в сумме 3 миллиона 650 3 тысячи рублей, восстановлено 1 миллион 916 тысяч рублей или 52,4%. Объем бюджетных ассигнований, находящихся на контроле Счетной палаты, подлежащих восстановлению в окружной бюджет и на счета, составляет 1 миллион 735,9 тысяч рублей. По словам Елены Сопочкиной, количество экспертно-аналитических мероприятий с каждым годом увеличивается. Проведение экспертиз проектов законов, госпрограмм позволяет еще на стадии рассмотрения определить достоверность и реалистичность расходов бюджета, установить наличие рисков нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств. Всего проведено 209 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 5 тематических экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых проанализировано использование денежных средств в общей сумме 10 миллиардов 314 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году Счетной палатой НАО было подготовлено 68 заключений на законопроекты. 25 проектов законов были доработаны с учетом замечаний Счетной палаты. На проекты постановлений Собрания депутатов было подготовлено 20 заключений. 3 постановления были доработаны с учетом замечаний. Также в минувшем году была проведена финансово-экономическая экспертиза 30 госпрограмм НАО. Главной задачей в деятельности Счетной палаты округа является контроль за исполнением бюджета региона, защита государственной казны от неправомерных трат. В вопросе роль счетных палат субъектов России должна только увеличиваться. Об этом шла речь на ежегодном съезде партии «Единая Россия». Председатель Центральной контрольной комиссии партии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе работы дискуссионной площадки качества государства заявила, что с помощью своих региональных отделений партия намерена усилить парламентский контроль за целевым использованием бюджетных средств на региональном уровне через законодательное собрание и через повышение роли региональных счетных палат. Для нас это не однодневная повестка, для нас это прямая задача обеспечить целевое, рачительное, эффективное использование и трату каждого рубля. Защита государственной казны – это не допущение неэффективных трат и злоупотреблений. Мы намерены предложить новые шаги. И сегодня вот Андрей Константинович Исаев, который возглавляет у нас экспертную группу, подтвердит, что наша экспертная группа «Единая Россия» уже поддержала инициативу, которую наша фракция вносит в части усиления ответственности за злоупотребление при реализации государственного муниципального заказа и новые механизмы защиты. Как мы и говорили, мы и обеспечим. Откат должен стать закатом для любого, кто посягает на государственную казну. Счетная палата регионов должны стоять на страже бюджета на региональном уровне. Этих же ориентиров еще строже должен придерживаться региональный парламентский контроль. Когда мы говорим об эффективности государственной власти, то эффективность, здесь речь идет об эффективности управленческих решений. И вот, наверное, новое, что было сказано, это о том, что будет наступать ответственность за правильность принятия решений тем или иным чиновникам. Ну, это, наверное, правильно, потому что должна присутствовать обратная связь. И вот такая возможность при принятии решений она должна присутствовать. Усиление роли счетных палат, строгий парламентский и партийный контроль должны стать залогом эффективности трат каждого бюджетного рубля.
Ирина Цепетова, Леонид Шишлов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».